Всем привет, с вами Артём, мы продолжаем играть в 7 Days to Die с модом Undead Legacy. Так, как я и говорил, в прошлой серии мы пойдем за квестом 4-го тира. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Мотоцикл-бомба. Да, он возит мою жопу, которая весом 106 кило. А 106 из-за чего? Из-за топлива. Поэтому мы сейчас сразу топливо сюда и скинем. Да ё-моё, дай сюда. Да, сейчас возьмем квест. О, 77 килограмм, нормально. 77 меня устраивает. Давай, да, подлагай, торговец же прогружается. Ё-моё, ё-моё, ё-моё. Ауч. Да, думается мне, мы сейчас будем сжигать мотоцикле. Ладно, давай посмотрим. How can I help? Здорово, здорово. У тебя же не изменилось ничего, правильно, с нашей последней встречи? Да ни хрена у тебя не изменилось. И цены у тебя, в принципе, кроме цемента, ничего нет. Работа. Знаете, питание. Обязательно, но не сегодня. Зачистка принести, зомби-хотл. А, это та хрень тупая. Это тот... Все, это мы сейчас возьмем. Мы уже готовы к этой... Нет, спасибо. Берем вот это задание. Это как раз то самое задание с той штукой. Да, погнали. Тем более, нам сейчас посмотрим, что нам дадут вторым ресурсом за квест. Я это задание уже... Я его не выполнял. Это было после, короче, задания, после первой кровавой луны, которую мы с вами зачистили. Да-да-да-да-да-да. Четвертого тира как раз-таки. Да, где там зеленый этот зомбак на нас спрыгнул. Мы там еле-еле... Мудохали его. Кстати, вот в этой ямке, которую мы сейчас проехали, лежал коп в тот раз. Что меня немножечко поднапугало. То, что коп лежал просто так. Хорошо, что обычный, а не радиоактивный. Так, стоп. Я по... Вот это, кстати, тачку восстановить, как я понял, у нее и вместимость нормальная, и скорость нормальная, и жрет топливо она мало. То бишь, прям топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ. Да. Там и топливо, кстати, есть. Да, вот это здание. Я знаю, где заходить в это здание. Конечно, знаю. Естественно. Так, ну что ж. Начнем крошить лица. Болтов у меня мало. Так, это у меня все правильно. Так, тут вроде магаз стоял даже где-то. Ну куда ты лагаешь-то сейчас? А чё тут ничего нету? Ну, мы уже здесь были. Надеюсь, они не спавнятся. Я надеюсь, они заспавнятся сразу. А не как вот до этого сейчас было. В предыдущей серии. Ёпта, там хазматовцы. Вставай, вставай. Не стесняйся. Все свои. Вояки и хазматы. Я думал по тихой грусти всех разложить, но, видимо, не получится. Ну, ладно, валим всех. Вы что, охерели, что ли? В край. А я не помню, что за этой дверью, если честно. А, тут ящик один, и все. Да, я еще не лутался в той области, локации и так далее, как он там называется. Тут есть еще бенз, и внутри должен был быть бенз. Стоп, это же то здание, правильно? Так, лут находится в 17 метрах. Или это... Не, подожди, это то здание. Все правильно. Ой, я зомбака вижу. А он видит меня. Катись отсюда, птичка.
Я думал, пила меча за ломом ремонтируется. Я так обрадовался, думал, что так, но нет, не так. Да, нет, это то здание, все правильно. Это разрушенное, а там дальше топ-лут пойдет. Мы ничего пока не лутаем. У нас задача набрать максимум опыта. Да, я вижу там пушки. Ребят, ну вы чё, ну вы хотя бы по одному идите. Чё? На этаже? 2,4 метра? Стоп, подожди. А, вон он. Хорошо. Так, тут вроде ничего не осыпается, тут мы все залутаем с вами. Угу. Обычный? Ну а чё патроны на обычных тратить? Да, самое интересное вот тут начинается. Тихо ты. Вот такие прогрузки означают, что спавнятся зомбаки. Уже давно проверено. Ой, я уже вижу, откуда зомбаки попрут. Нет? Серьезно? Хм. Ёпта. Сломай мне дверь. Это был Ферл. Они слишком ли жирны? Почему они меня слышат спокойно? Зря я это сделал. Ой, зря. Тратим патроны на всех подряд. А, да, я тут орал, свободная касса. Точно. Так, я вижу зомбака. А, обидно. Да какого... Понятно, стрелы в нее не попадают туда. Как ты... Кто из вас злой? Никто, что ли? Серьезно? Гребаные утырки. Так, тут я помню... А, в задницу. Давай, легче так сделать. Зомби найдут дорогу. Иди сюда, иди. Все. Так, самое интересное будет там, как мы помним. Самое интересное будет там. Так, тут типа проход поверху, да? Все, я вспомнил куда-то дальше. Тихо, пистолет-пулемет до 11 прокачали. Во, мы молодцы-то какие. Так, этих мы только что убили. Как они меня слышат? Вот в чем вопрос. Ну, это я знаю, да. Это я все знаю. Этим меня пока что не удивить. Да и в принципе не удивить. Ну, здрасте. Все, что пока что меня удивляет, это не это. Эти меня все ребята не удивляют вообще. Меня удивляет, как туда пролезть. Как того зеленого убить. Или зеленого можно убить только пошумев.
Вот это важный вопрос. Если да, то это хреново. Так, это мы помним, да? Это я помню, откуда выход, вход. Все, тогда идем к зеленому. Готовы, дети? Да, капитан. Благо, я отремонтировался. Значит, да. Мы готовы? Мы готовы. А знаете, что самое прикольное? Зеленый... В арбалете у меня модификация стоит от Рада. Да. Это означает, что? Правильно. Что мы взломаем эту дверь. И зайдем к зеленому. Прям в лицо. Тихо-тихо-тихо. Ну, а что он, да, выпендривается? Это не зеленый. Херня радиоактивная. А это они все снизу наверх бегут. Ёпта, бегут прям. Ну я здесь, типа. А второй раз зеленый был. Ну что, кажется, ребята готовы поиграть. Здрасте. Пошли. Все. Ой, смотрите. Вернуться к торговцу. Как это мило. Так, одеваем. А, я канистру забыл. А, погоди, плевать на канистру. Стоп. Кнопка, кнопка, кнопка. Я ж совсем забыл, что у нас тут мотоцикл стоит рядом. Ладно, залутаю здание, точнее, разберу здание я уже чуть позже. Опа, проходящая орда. Да я твою за ногу, а? А, ладно, давай, давай сейчас. Ребята, я здесь. Хотя они говорят, убей меня, хорошо. Ну, раз надо. О, птичка летает, смотрите. Вон там, вон. Ну, я ее вижу, и вы ее видите, да? Вон там птичка. Вон она летает. А чё он там летает? Странно. У нас же птички вроде не должны летать. А опыт-то идет и идет. Какого хрена там птица летает? Уже не летает. Ладно, хрен с ним. Пойдем за топ-лутом. Канистра у нас есть. Сейчас мы наполним. Да, конечно... Ну ладно, это ребята были слабенькие. Это, ребята... Так, ты, тебя, естественно, нет? Ну, да полагаю. Полагаю, конечно. Как же без лагов? Без лагов никуда. Забрать. А, не то. Не то, банально не то нажал. 41, да. Отдай мне мое топливо. Тебя, конечно же, взломаем на авто. О, три отмычки. Я бы, конечно, хотел с конца в начало сбегать, но мы сбегаем наоборот. Хотя я думаю, что, блин, ну типа, это будет самый топовый лут. И все. Стоп, я в очках? Я не в очках. Круто. 132 здесь. Кстати говоря. О, карта сокровищ. Вот мы за тобой сегодня съездим. Заправим наш маленький бур и за тобой съездим. Строительный пистолет. Трещотка. Я беру свои слова назад. Но почему в тачках лут топовый, чем... Почему в тачках лут топовый, чем в этом? Чем в контейнере? Непонятно вот этого у меня. Ладно, это мы разберем позже. Давайте сбегаем, залутаем все, что нам... Надо залутать. Типа мне предлагали же вот здесь вот... Стоп. Вот так вот. Да, конечно, спасибо. Отсюда же зомбаки должны были полезть. А мы план нарушили. Сами сюда залезли. Блин, я, короче, надеюсь по поводу стакана, что он будет, когда мы... А, что? Тут коп плюнул, что ли?
Я надеюсь по поводу стакана, что он здесь будет, когда мы... Этот, как его... когда... Ну, на следующую орду, хотя бы после следующей орды. Точнее, если быть точным, во время следующей орды. Вот, ладно, это я все разберу позже, сам. Нет смысла это разбирать сейчас на видос. Типа, зачем? Так, там них... А, тут еще зал целый. Тем более, я буду знать, что мне надо с тобой взять. Чё? Так. Тут как минимум ноут и коробка. А, да, еще коробка целая там. Мы все равно сейчас пойдем дальше телеки разбирать у себя на базе. Так, тут ни черта. Тут мы забираем. Тебя мы, естественно, забираем, ты нам пригодишься. Книжки — это хорошо, книжки — это прекрасно. Книжки нам всегда понадобятся. Но я бы думал, ну да, вот в прошлой серии, когда мы библиотеку лутали, я разочаровался в том, что... Блин, тут столько... Ладно, я потом это разберу. Потом это все соберу. Хотя нет, телеки надо забрать. Потому что... Да, телеки надо забрать. Вот я еще не понимаю, почему зомбаки спавнятся. Реально. То есть я не делаю никаких таких манипуляций. Ну, то есть я не убираю зомбаков. Если бы я убирал зомбаков, у меня бы в доме каждый раз были бы зомбаки. И это неинтересно, потому что я большую часть левла... Ну, хотя нет, большую часть левла я собираю на том, что либо апгрейжу, либо фармлю руду. Но все равно остальную часть левла у меня идет именно с добычи зомбаков, да. А у меня сейчас этой возможности... О, там три трупака валяется, да, точно. А так у меня этой возможности не будет. Поэтому, конечно же, я собираю... Точнее, я не убираю зомбаков. Я просто бегаю и валю их. Потому что мне это надо. Это же опыт халявный. Подошел, ударил дубинкой, вот тебе опыт. Так, тут что есть? Тут ничего нет. Столы? О, вот чем... Блин, а... Короче, я не помню, чем тебя ремонтировать, но там вроде что-то... Мне лень, короче, вспоминать, чем его ремонтировать. Поэтому, естественно, разбираем. Кофемашины, конечно же, нет, потому что у меня кофе нету. О, да, тут же у нас книжечки есть. О, мы нашли рулет велосипеда и ночную стрельбу. Отдай. Журнальчики в толчке, чтобы так чисто почитать. Ремонтный набор для мотоцикла? Спасибо, я не знаю. Короче, еще поступило такое легкое... Да пошел ты в задницу. Легкое предложение в том плане, что... ремкомплекты крафтить и продавать выгоднее, чем просто деталь. Ну, типа, я продавал эти, как его, хотел сказать, рули. Я продавал, а, ну да, рули для мини-байков я продавал. Вот, оказалось, что крафтить мотоциклы, точнее, ремкомплекты для машин, мотоциклов и всего остального будет выходить намного дороже. Так, 7 баксов. О, медицина. В принципе, тема топовая, почему бы ее не заюзать. Так, тут у нас все залутано. Тут у нас... О, тут у нас телек. Как меня радуют эти завалы, они так идеально все прячут. Мусор в толчке. Хотел бы я удивиться, но нет. Так, тут у нас еще книжки. Ну, блин, такое себе. А, вот это надо разбить. Там лекарства лежат, кажется. А, тут даже... А, мне еще сказали, типа, надо лутать военные базы. Да, я читаю комментарии, просто я могу про них банально забыть. Хотя иногда и записываю на бумажке, что мне писали, что надо сказать. Но иногда банально забываю. А вот, в общем, что оружие, типа, надо лутать на военных базах. А одна из них есть в пустыне. Как я уже и написал в комменте, чувак, я бы с радостью лутанул, будь у меня пустыня. Да, у меня пустыня нема. Мне нечего лутать, потому что у меня нет пустыни. Почему? Я, ну, у меня, может, она и есть на карте. Просто у меня так все красиво сгенерировалось, что до пустыни я еще не дошел. И пустыню я еще даже не нашел. Что меня, естественно... Понятно, это не разбирается. Что меня очень сильно печалит.
потому что я бы хотел пустыню. Во-первых, не из-за... О, тут есть все. Не из-за... Как его? Не из-за военных баз. Во-первых, из-за торгаша, который даст мне топовые эти... Как их там называется-то, блин? Скажи мне, скажу. Который, скорее всего, продаст мне стакан на данный момент. Хотя вряд ли он у него есть, но надежда все же огромная. Вот, это во-первых. А во-вторых, там огромная куча песка, которая мне, кстати, тоже бывает порой нужна. Так, тебя мы разбираем. Так, о, тебя мы забираем. Вот когда с такой штучкой, она, короче, нужная. Когда без такой штучки, она нафиг не нужна. Мне 187 килограмм. С учетом того, что мы еще топлика поняли. Блин, мотоцикл классный. Он прям дрифтит. То есть, ну, мотоцикл реально классный. Задание 4-го тира. 20 минут. Со всем лутом. Ну, не считая того, что я не стал разбирать прям всю базу в ноль. Да, конечно же, не считая этого. Но я не вижу в этом смысла. Ну, типа на запись. Вряд ли кому-то интересно, как я лампочки собираю. Да? И кресло разбираю. Вот эти вот все поразбирать бы. Сколько лута здесь лежит. Висит, точнее. Ну, я буду разбирать, скорее всего, вне серии. Поставлю 5 часиков. И буду просто все фонарные столбы лутать, все разбирать. Посмотрю, ну, лесенок себе бы накрафчу. Посмотрю, сколько я буду... Сколько я с этого стали получу. Стальных пластин, точнее. Блин, как он прикольно ездит. Вообще красота. А, я торговца закрываю, да, точно, я же забыл совсем. Я же когда выхожу, я закрываю за собой дверь. Так, давай посмотрим, что у тебя... А, ну, локпики мне и так... Good to see you. Здорово. Так, у нас два на выбор. Срам. Мы, кажется, не стали. Сколько кирка стоит? 500, ты 600. Выбираем. А, и теперь надо еще что-то выбрать. Давайте срам выберем. Спасибо. Ну да, что-то у тебя посмотреть. Банально нечего у тебя посмотреть. Я что-то хотел купить в тот раз. Ну да, тут у тебя в нычке ценного-то ни хрена нету. Вот нам бы реально этот... А, вот, кстати, мотак у нее есть. Грузоподъем... Слоты 60, полтора. Да, у него 60, короче, грузоподъем. Полтора километра на литр. Или это полтора литра на километр? Ну, вряд ли, потому что там 0,4 километра на литр... А почему здесь в минус ушло экономия топлива, а не в плюс? Не, не понимаю. Есть титановая цепь бензопилы. Это мод, который одевается на бензопилу, который у нас нет. Ну, можем его купить, но зачем? Нахрена, правильно? У меня вот из того, что я что-то тут потратил... А, динамит я потратил. У меня тут все пошло по одному месту. Ладно, окей. Ну, динамиты мы вернем, это не проблема. У твоего другана, в принципе... А, задание, да. Посмотреть. Говорю, посмотреть задание. Happy travel, survivor. А давай снизим тир. Вы знаете, питание, зачистка, фиксбокс. Фиксбокс мы уже чистили. Вы знаете, питание принести 119 метров и зачистка. О, это, короче, инструменты. Там well, интересно. Да посрать мне на твой отель. Давай вот это возьмем. А, стоп, подожди. Мы же тир понизили. Точно. Церковь опять? Не. Церковь я уже чистил. Давай лучше мы возьмем вот это задание. Третьего тира. Это третий тир. Спасибо. В принципе, сейчас мы его и выполним. Сейчас я только на базу сбегаю. Да закрывать тебя даже не буду. Пусть там зомбаки у тебя бегают. Это задание интересное, там приличное количество зомбаков. Я так понимаю, мой уровень скрытности равен нулю, потому что меня они все услышат. Фига себе. Меня они все услышат. Так, у нас, смотрю, долуталось две эти. А, припаркуем тебя здесь, нам все равно в ту сторону ехать. Давай посмотрим, что вы мне налутали. Тема топовая, не знаю. Да, смотри, они сносят. Чувак, который... Один алмаз, два алмаза и 75 железа. Ну, неплохо. Нет, плохо. Надо 750 железа. Короче, чувак, который писал по поводу того, что они сносят базу. Да, они сносят. Но я, как я уже сказал, я поставлю шипы и апну все в бетон. Вот, такая у меня тема есть в голове.
Вот, как-то так. Будем играть через это. В общем, ладно, сейчас я все скину и продолжу. Так, ну, в принципе, все, я все разложил, да, мы сейчас, кстати, у меня там болтов накрафтилось 200 штук. Давайте скинем половину вот сюда куда-нибудь и пойдем с вами воевать. Что у нас по патрам? У нас, кстати, СМГшечка очень хорошо просаживается. Давайте еще возьмем патриков. Возьмем еды, наверное. Еще. Так, штучек 5. Патры дробаш. Кстати, дробаш. А, дробаш. Дробаш, дробаш. Давай. Ой, стоп, это не отсюда. Дробаш только хватит. Так, как там у нас по дробашу? Как там у нас по СМГ? Все нормально. СМГ только сейчас починим. И пойдем с вами веселиться дальше. Да, еще карта сокровищ есть. Я пока тебя вот сюда скину. К остальным пушкам, которые в дальнейшем мы с вами будем качать. И погнали на третий тир. А, можем тут проехать. Да, вот мне не нравится, что все буры работают с какой-то разностью, да. Склад вот как раз-таки. Помнится, мне отсюда выбежала псина и напугала меня. За что я сейчас ее и пристрелю сразу же. Очистить область. Ничего страшного. Вот тут псина. Угу. Вижу одного. А где псина? Очки. Очки нужны где-то. Понятно. Плевать. Пусть идут. Если это не собака, это пофиг. Они бегут. Вот тут была псина где-то. Я тебя помню, шавка. Ты что думал? Я тебя не помню, а я тебя помню. Ты меня второй раз так врасплох не захватишь. Хе-хе. Хитрожопая псина. Так, я канистру с бензом скинул. Ну ничего страшного, я же залутаю здесь, если что. Потом просто приду и заберу. Да, я тоже здание лутал, поэтому я тут, в принципе, более-менее на своей волне. Тут как бы вон там вон весь основной лут, да. Птичками здесь не пахнет, по поводу крыши вряд ли. Тут можно вылезти, да, само собой. Они все здесь, но их нет. Они там. Вот такого хрена, кто мне объяснит? Какого хрена вы тут? Ты чё мне там лупишь? Они все здесь, но они не прогрузились. Вот какого хрена? Так, и начинается самое интересное. Они все в ящиках. Абсолютно все. Я не знал этого, но они как посыпались мне на башку, что я об этом узнал. Трое вон там в офисе. Кажется, почему... А, наверху, наверное. Я не хочу, чтобы они заново сыпались мне на башку. Тихо. Мы по стелсику, по стелсику. Да, они в офисе. Спят. Я не вижу ящиков больше наверху, значит, тут нету их. Но они могут заспауниться, сами понимаете. Собак больше нету. Вот эта собака реально, она тихо так стояла, как... когда я зашел на территорию, что я аж испугался. Так, вон первые ребята. Топ-лут наверху, если что. Блин, у меня там телефон бибикает, но это ничего страшного. А, ёпта, они еще вот здесь сидят в огромном количестве. Точно, точно. Да, проходя хотя бы один раз эту локацию, ты... Ну, блин, я не знаю, просто может у меня память такая хорошая, но я вот помню все локации, которые я проходил, и я помню, где кто сидит. Вон, трое, трое ребят. Вот я смогу их по стелсу убить?
Интересно. У меня надо... А, мы же детальки нашли в прошлой серии. Тихо-тихо-тихо. По одному, по одному. Мы же детальки в прошлой серии нашли с модификациями на понижение шума и всего остального. Вот нам бы эти модификации сейчас понадобились бы. Все, тут никого. Нет, 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 тут никого. Тут все нормально. Ты не дашь мне? Ладно, окей, хорошо. Так, секундочку. Так, у нас там маленькие трудности, но ничего, мы сейчас добьем этих всех ребят, и я немножечко прервусь. А, да, потому что я потом забуду, скорее всего, и все. Тихо, 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 тихо. Они вот здесь вот все сидят. Там огромная толпа. Тут никого. Собаки сатулы. Там еще одна. Спасибо за лут. Там еще наверху сидит. А че, она не проснулась? Просыпаемся, просыпаемся. Конечная. Все. Я сказал, конечная. Все, вот и все. Все, вернуться к торговцу. В общем, ладно, сейчас мы на этом давайте-ка немножечко прервемся. Буквально для вас мгновение, а для меня минут 15-20. И мы с вами продолжим. Но сначала давайте посмотрим, что мы тут можем ценного надыбать. Пока что. Кстати, какой здесь лут-бонус? 123. Ну да, 123. Ну, 123 тоже неплохо. Шестеренки, ремки. Тебя мы облутали. Давай взорвем. Интересно, а взрыв за взлом считается? Использовать, да. Это, короче, дрон. Мы этот дрон тоже доберемся с вами, обязательно. Вот, но пока что на этом мы с вами сейчас, в данный момент, на мгновение прервемся. Так, все, продолжаем. Для вас прошло мгновенец, а для меня пару мгновенец. Так, мы всех убили. Давайте-ка я сейчас... Ладно, залутать все. Ну да, я тут это... Дверку открою. Да, сейчас мы тут все залутаем и пойдем к торговцу, к нашему любимому. А, хитрожопые зомби думали меня обмануть, но у них опять ничего не получилось. Ну ладно, я просто банально лутал это здание. Если бы я его не лутал, естественно, естественно, я бы... Ну я офигел вообще, если честно, когда они первый раз ко мне полезли. Когда они со спины начали валить по лестнице. Вот, тогда они прям дали мне немножечко пробздеться. Ну ничего страшного, в принципе, не произошло. В тот раз и в этот раз у меня с собой была... А у меня дробовик с собой был. Кстати, мы чертеж на дробовик нашли, на тот самый, который у меня в тот раз был бесполезный такой. Так. Если память не изменяет, нам придется полазить по крышам. Точнее, мы по крышам, по верхнему этажу. Потому что мы тут, скорее всего, все не залутаем. Но мы сейчас низ залутаем хотя бы. И потом полезем туда. Это я... Кстати, надо... Поставить разбор. Так, здание находилось на перекрестке. Кажется, не оно. Давайте вот сюда поставим разбор. А потом, да, вспомним. И разбор мы поставим. Разбор тут уже стоит. Так, давай, во-первых, авто стоит какое-то. Стоп. Вот это вот удалим. И сюда заново поставим разборчик. Чтобы я знал точно. Да, так можно не рубить сильно, потому что и так он с двух ударов рубится, поэтому сильного смысла в этом никакого нету. Да, это надо именно лезть наверх. Кстати. Кстати, зомбаки в тот раз прорывались с улицы ко мне и пытались меня сожрать, что было немножечко проблематично. Ну, тут есть цемент, кстати, который мы точно сейчас заберем, потому что у нас его нема. Так, вот он. Сейчас сначала вот это. А теперь цементик. Цементик мы весь заберем, потому что нам нужен. Потому что у нас его нету.
А он тут есть. То есть цемента и глины здесь дофига. Но это все, что тут есть. Если что-то пошло, кроме цемента и глины, тут больше ничего такого ценного-то и для нас и нету. И это немножечко, конечно, обидно. О, кислота. Супер. Теперь она будет падать со скорых, да, как нам там написали. Со скорых, еще откуда-то, еще откуда-то, еще откуда-то. Так, тут мы все залутали. Тут где-то доска была. А, вот она. Эй. Да. Не забываем, что паркур это все. А, тут можно было пройти, а я паркуре тут бегаю. А тут можно было спокойно пролезть. Так, ящик забрать. Не забыть обязательно. Так. Тихо-тихо-тихо. Это тоже забрать надо, потому что это ценные гвозди, которые нам, естественно, понадобятся для крафта фреймов на второй ряд. Так, тут мы... Ну, это да, тут просто очень много всего разбирать. Водичка нам не нужна. Тут мы... А, тут мы не лазили. Тут мы еще вот это заберем. Да, блин, вот стакан бы найти. Реально, было бы так прикольно. Я бы даже сказал, очень прикольно. Тут очень много воды, вот что прелесть. Ну и больше, в принципе, цемента тут ничего и нету, кроме цемента и воды. Нам тут, кстати, помогли вскопать немножко. Как мы помним. Так, это закрытые ворота, они нам не нужны. Вскрывать их. Хотя чисто ради... Ну ладно, я приду сюда, я взлом вкачаю и так. То есть у нас было задание сегодня 4-го тира и 3-го тира. Из этого мы поняли, что что там. Если очень сильно постараться и взять с собой ППшку, то можно сделать что угодно. Можно, в принципе, наплевательски относиться к любому заданию. Главное, ППшка. О, во. Конечно же, нет. На что? Я не рассчитываю на стакан таким методом, типа, потому что слишком легко. Да, слишком легко считаю, что мы такого найдем. Если мы его так найдем. О, да, тут есть торговый автомат, который обновляется. Мы покупаем вот это, мы покупаем вот это. И у нас остается 73 монетки, за которые мы ничего не купим. А спирта тут нет больше. А нам нужен был только спирт. Так, что, все что ли? Серьезно? Ну да, такое себе. Ну, тачку я пробовать, мы обыскали, да. Все, поехали, давай квест. Вот такой легенький квестик был. А, и третьего задания мы возьмем восстановление. Я хочу взять во второго. Ну, первого вряд ли интересно, что-то там будет восстановление питания. Второго тоже. Наверное, лучше третьего взять для начала, для затравочки. Потому что сначала... Ух ты, нифига себе, на одно колесо. Потому что нам сначала надо будет зачистить все здание, правильно? Тира второго или третьего. А потом восстанавливать питание. Ну, точнее, нет. Там можно сразу восстановить питание. Но на восстановление питания сбегутся все зомбаки с базы. Поэтому легче сначала восстановить питание, а потом уже идти заниматься... Точнее, убить всех зомбаков, а потом восстанавливать питание. И как мы помним, у нас сейчас идет... Да, 21 день, то есть на... с утра перед Ордой. Спасибо за книжку, 40 патронов. Блин, у нас патронов на снайперку очень дохрена. Вообще дохрена. Фишек, 6000 экспы, бонус. Ботинки, наш ботинки. Я возьму вот это. Подожди. А почему награда была одна? Или только за четвертый тир? А, за эти тиры, походу, награда будет одна. Давайте восстановить питание. Что это у нас? А, вот здесь генератор стоит. И они с двух сторон побегут. Так, погоди, а давай еще посмотрим, какая работа такое на восстановление питания. Здесь парковка. А, сейчас, я вспомню. Да, вот я ее чистил. Принять. Окей, ночью займемся этим заданием. Парковка, парковка, парковка. Погоди. Она... Я понял, там дело не... Дело было не в бобине, я закосячил.
У меня навык не работает. Да. Навык не работает из-за того, что я очки не одел. Теперь навык работает. Теперь доп. Предмет. Обидненько, что я так затупил. Ну ладно. Ночью, в общем, поедем к парковке. Как я понял, там до хрена зомбаков. Вот, будет, естественно. И поэтому нам придется с ними конкретненько побороться. А еще нам надо бензопил накрафтить. О, точнее, буров накрафтить. Мы же в тебя ничего не скидывали? Как ни странно, нет. Ладно, окей, хорошо. Тогда давайте сейчас скинем все. Да, ночью пойдем посмотрим. Третий тир. Посмотрим, пощупаем его немножко. Как он, что он из себя представляет. Так, мне этого мне столько не надо. Это мне надо, 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 надо. Это надо, надо. О, мы, кстати, пехоль нашли новый. Это, кажется, галкон, да? На глок больше похоже. Так, Галконда стреляет 9-миллиметровком. 9-миллиметровку у нас стреляешь ты. У тебя урона больше, чем у Галконды, но у нее размер магазина больше, скорострельность больше. Но урон решает. Ну тут Г-качество, а тут Е-качество. Получается, следующее будет Е-качество. Подожди. А, следующее F-качество. Давай. Ага, следующее Е. Подожди, нет, мы не будем это делать. Я просто хочу проверить вот так сейчас. 8,2. То есть ты все равно круче, братан. Ты все равно хреновит. Ты круче так и так. Бенгал М9. Хотя это Беретта М9, ну ладно. Да, Галкон. 200 монет. Спасибо, ты послужил хорошую службу. Мы тебя разберем. Зря прокачивали. Смотрите, ресурсы ни хрена не скинулись. Почему? Правильно. Потому что они начинают скидываться только когда мы находимся рядом. Как показывает мне практика. Вот когда мы рядом, сейчас вот тут тогда все заработает. Пока нас нету, тут ничего работать не будет. Так, давай соточку еще. Да, тут сейчас вон почти все ресурсы пропали. Точнее, все железо, какое было. У нас 2300 с другой стороны. Так, да? Да, железо, вон я смотрю. Было много, стало мало. Да, из-за того, я закосячил, конечно же. Из-за квеста. А, у нас еще карта сокровищ есть. Давайте по ней съездим. Сейчас бур возьмем. И активненько там пролутаемся. Вот, и активненько там пролутаемся. Лишние патроны. Скорее всего, там уже полный стак, да, снайперских? Не, а, мы снайперские не взяли. Мы взяли вонючую книжку. Которая мне, блин, нафиг не нужна. Обидненько, обидненько. Тихо, тихо, тихо. А чё деньги не... А я и думаю, чё деньги не стакаются, когда должны. 64 тысячи у нас с тем временем. Что, в принципе, хорошо. 64 тысячи, это очень даже хорошо. У нас щепок... А, щепки есть, а чё? Странно. Да, и тут еще вот это надо мясо разложить. Пока что огороды городить не будем, ибо в этом нет никакой нужды. А цемент у нас нет, потому что мы его, да, мы не закинули. Получается, у нас остались семена алоэ и семена юки, которые пока что не востребованы. Да, мы тут всякую хрень перекидали. Давайте заберем ее, которую надо починить. Так, это чинить не надо. Так, из этого еще можно модификацию вынуть. Да, я еще очки нашел, но они оказались более хламовыми в плане... Кстати. Кстати говоря. О, другое дело. Так. Он не апается, он только ремонтируется. Ну, зато топорики ремонтируются. Вот, копье стальное. Косарь 700, просто с куста. Блин, может полицейских дубинок накрафтить? Они крафтятся из пластика. Хотя нет, они ремонтируются. Не, прости, братан. Ты того не стоишь. Мы сейчас, может, даже тебя разберем на кевлар. Кстати, он разберется на кевлар? Нет, он не разберется на кевлар. Черт. Не на то я рассчитывал, честно говоря. Так, трещотку я скину. Она вроде как уже, как и пистолет, не нужны нигде. Блин, вот уже весь инвентарь в краске. По ценнику, да, тут, конечно, такое себе. У вас в руке нет ничего. А, ну да, там случайно нажался. Как дела? Спасибо. Как дела? Спасибо.
Так, скинем пока вот это и вот это, и давайте возьмем карту сокровищ. Использовать, прочитать. Все, у нас есть квест на карту сокровищ, который находится аж вот здесь. Давай выберем карту сокровищ. Все равно ставим питание, поедем только ночью. Так, мы берем бур с собой, потому что это самый быстрый способ. В тебе топливо есть? Без понятия, сейчас проверим. 700, вообще красота. А топливо есть, если что, лопата есть. Погнали. Я даже вот, блин, мотоцикл бы не стал юзать, а взял бы велик. Хотя у нас 19 литров еще. 19 литров. Здесь, кстати, надо вот это взять. Надо было сразу его взять. Там вроде баф он дает, да? Эти очки дают баф на бонус добычи и радиус сокровища минус один. Метр. Тем топовая. А зачем я shift нажимаю? У меня и так скорость 55. Я еще shift нажимаю. У меня сколько? 70 летит? Я хочу проверить, сколько у меня с шифтом летит. Оу, тихо. Ну, зомбаков давить смысла нету, мы их не задаем, просто сами себе вред нанесем. Вон эта птица вонючая. Какого хрена она тут летает, непонятно. Но теперь больше нет. Я вроде бы здание это не лутал. Ну, именно это. Или лутал. Нет, нет, это не лутал. Вот это лутал, который с правой стороны сейчас от меня. Вроде бы. И то не помню. Может, похоже, лутал. Вот эту виллу бы залутать, но там ценного-то ничего нету, в принципе. Ну, типа, хлам всякий. Он просто огромное здание, вот в чем дело. Толку-то с него никакого почти нету. Просто оно большое. Да, я хочу просто посмотреть, сколько мы бабла получим с одной такой луточки. Блин, ну, вот они валяются, они все равно мне пригодятся. Вот была, можно было бы поймать курицу какую-нибудь. Я бы прям с радостью поймал курицу. Посадил бы ее в клетку и заставил бы нести мне яйца. Здрасте. Так, понеслась. Так, круг. Угу. Под дерево. Одна готова. Готов. Не готов. Готов. Луки арбалеты 55. Супер. Убийство 47. Супер. Так, типа, а, я думал, радиус вообще маленький. Так, стоп, подожди, а где радиус теперь? А вот этот вот? Так, да, вот почему мне нравится копать буром. Да, вы что, представляете? А он вот здесь. И на что мы тратим эту бомбу? На 4 сотни золотой слиты. Кстати, без денег в этот раз. Патры, стальная... Ну, не... Слушайте, я бы сказал, что плохо, но нет. На халяву и уксус сладкий. Так что да, нормально. Вообще шикарно. Стоп, стоп, стоп. Пластиковая дубинка, которую мы потратим потом на нужды. Почему 172? Я думаю, почему 172, если не должно быть 172? Как меня радует фонарь, который там горит. С ничего. Так, мы едем вообще не в ту сторону, а вон туда.
В общем, да, в принципе, все у нас хорошо. К карде мы потихонечку готовимся. О, кстати, да, давайте я покажу, я же к карде готовился. Но там еще не доделано, осталось еще два. Вот это вот, кстати, здание. Во! Кстати, по поводу снега. А вот отсюда берется снег. Если у вас нет зимнего биома. У меня, может быть, и есть где-то далеко-далеко маленький клочочек, но я не знаю, когда я его найду. А вне серии до ночи сегодняшней мы будем... Я буду фармить. Кстати, давайте топ-лут заберем. Давайте топ-лут заберем. Но это не кукуруза, само собой. Топ-лут это... Не кукуруза. Совсем не кукуруза. Только я вот не помню где. Две курицы. Кстати, песок. В неплохих количествах, я бы сказал. Что с ним не так, правда? Стоп. Ага. Короче, ладно, легче зачистить это здание в ноль, чем вот такой фигней страдать. Меня просто засыпало и все. Да, легче зачистить просто. Это что такое? А, это все, я думаю, это бункер какой-то. Это не бункер. Кстати говоря, пока мы здесь. То есть есть маза по 5 пластин с одной такой штуки получать. С плафона, естественно, меньше. Вот это, кстати, я стройку чистил. Тоже такое себе. Так, это здание у нас под разбор должно стоять. Оно стоит не под разбор, оно стоит под что-то другое. Так, ты идешь в утиль. Топ-лут мы оттуда вынули. Это тот ящик, который я залутать не мог. Да, а, ну да, базу. Базу, точно. Блин, какой быстрый мотоцикл. Я буду до торговцев долетать просто за секунды. Кстати, чтобы шмотки продать. Ну, химстакан. Ну, и смысла сейчас шмотки продавать нету. Я химстакан не нашел. Без него даже я... После орды только поедем барыжить. Пока что. Это пока что есть. Вот. Куча ловушек. Еще две вот такие здесь встанут. И в идеале бы еще по одной поставить. Но тут, блин. Может, поставим, кстати... Не знаю, типа снесем здесь 4 и поставим и здесь 4, поставим еще по одной ограде и еще по одной такой ловушке. Но как минимум по 2 здесь влезет, с каждой стороны по одной будет. Вот, то есть 2 еще, можно еще здесь поставить по ловушке. Вот здесь шипы будут мешать. Вот, причем аккумулятора, да, нечем, 518 хватает. То есть на 2 ловушки еще спокойно все хватит нам. Вот, кстати, давай закроем. То есть на 2 ловушки сколько они требуют? Я даже не могу посмотреть. То есть на еще 2 хватит, а на еще 2, скорее всего... Ну, тоже хватит, скорее всего. Но мы еще с двигателем проблем у нас нет, у нас их дофига на базе. Поэтому да. О, смотри-ка. Добытчики еще 2 готовы. Ну ладно, я все равно буду лутаться, фармить и про них забуду. И поэтому они вместе будут отдобывают, скажем так. Сколько тут по времени? 30 минут? Опять хрень какая-то. Блин, я не ту кнопку нажал. Точнее, не тем пытаюсь разбирать. Да, я покопаю камня. А, они и тут начали разбивать. Я покопаю камни и бетона. И поставлю шипы вокруг всей базы. Для этого, правда, придется очень много нафармить. Вот. Я же не попал, да? Понятно. Да, шипы, но это древесины нафармим, это не проблема. А проблема только в том, чтобы набрать... Просто это скрафтить и поставить. Хотя тоже не такая сильная проблема, как кажется на первый взгляд. Но, блин, добывалки коцают. Я, возможно, поставлю солнечные панели и турели. И тогда их коцать уже никто 100% не будет. А что, у меня золото где лежит? В этом, что ли, ящике?
Да, золотые слезчики мои. Кстати, как по бабкам? Да? По бабкам уже, кстати, почти фул. То есть... Руды тут, да, у нас дофига всякой. Но это опять, вон, видите, оно так мало всего лишь дало нам, что это прям обидно. Давай. А, мы уже не можем. А телеков сколько? 7? Это прям обидно, обидно. Ну ладно, это не страшно. Лом будет набираться активно. Тут у нас все активно набирается. У нас уже вон несколько тысяч. То есть мы можем... 1000 стоит 4 куска. Можем 2 продать спокойно. Это 1000 стоит 8000. Это 4. А это 700 стоит 6900. Да, вообще все шикарно. Так, нам надо отремонтироваться будет и нафармить себе еще больше этих. 2900 у нас осталось, кстати говоря. Мы же в прошлой серии вот чем занялись. Да. И мясорубочку мне одну заказать надо. У нас сколько мясорубочек? Одна. И шипов двое. Шипов еще надо заказать. О, мы можем гранатомет создать. Не, не хочу даже вообще заморачиваться. Вот это хочу, ствольную коробку создать. Складного приклада посмотреть. Глушители. Глушители у нас вроде есть. Нету. А почему у нас нет глушителей, когда они должны быть? Подожди. Нет. 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 И нет. Так, стоп. А почему? Чё-то я не понял. Погоди, прикола. А где мои глушители? Я же 100% крафтил глушитель. А, нет, спасибо, один. Я же 100% крафтил глушак. Так, и вот это еще сколько ты создашь мне? Железа нет, да? Понятно. Где, 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 где? Вот это бы еще создать, магнум. Но я так понимаю, их только находить надо. Книжка магнума. А! Подожди. Стол след для второго уровня? Хочешь сказать, что я могу, да? Что это дает нам модификация? Улучшает управление оружием. Действие управления оружием при стрельбе в ближнем. А так, движение от бедра оружия становится удобнее для стрельбы на короткие дистанции. Угу. У нас есть во что тебе поставить? В принципе, нету. У меня рукоять там стоит, тут от зомбаков. Который, кстати, вот этот вот автомат у нас будет очень сильно дробаш котиться в орду. Поэтому надо обязательно будет там с ним побаловаться немножко, поремонтировать, там покрафтить, что-нибудь ему повставлять. Кстати, у нас опять что-то началось. Опять дождь. Я не промокаю, я не промокаю. Но свечки... А, это добывалка. Я думал, зомбаки бегут. Да, ремонтируем, потому что это стоит денег. А ты стоишь за пластик. Хренакс и дофига. Так. Тут все занято. Тут же все занято. Да. На всякий. Так. А там двойные вентиляции есть? Есть. Подожди. Там есть двойные вентиляции. Но этого там нету. Ага. Все. Так, использовать. Мы сможем крафтить грузовички. Использовать и использовать. Так, колеса грузовика. Сразу же не крафтится, да? Вот они, сталь нужна. Окей, мы еще дрон. Кстати, дрон. А дрон не крафтится здесь. Но дрон крафтится. Так, где дрон крафтится? Дрон. Вот он. Он крафтится в верстаке 3 уровня из титановых пластин, которых ни хрена нету. Это хранилище для него. Шапка что-то поддержка там дает. Восстанавливает вынос десятку. Чертеж на дробаш есть, кстати, на наш. Но смысла уже нам в таком дробаше нету. Вот это. Кстати, мы же получили чертежи. Под конец-то, да. Давай используем срам. Посмотрим, что он использует. Ремкомплект для мотоцикла, да. Это нет. Из этих пока пусть валяются. Ничего страшного не произойдет, пусть валяются. Так, а модификацию мы пока скинем. Мы будем апгрейдить модификации. Вот эти расход... Подожди. Экономия топлива, расход плюс 10? Чё? Транспорт потребляет меньше топлива. Окей, хорошо.
Меньше так меньше. Похоже, что больше. А, так, это еды. У нас много веса из-за много еды. Ну, 79 килограмм. А что у нас так еще дофига? Да вроде все, больше ничего. А, давай попьем. Минералка, кстати, скоро пойдет в ход, как только чай кончится. Потому что, сами видите, у нас дохрена всего. В плане еды и воды и всего остального. У нас планета всего дофига банок и бутылок. Дичайшее огромное количество. Уже скоро будет некуда это все девать. Так, что ты мне хорошего скажешь? Мне нужно мониторы разобрать. И вот это. Все, красота. Данные набираются с этих ресурсов. Плюс я еще разберу все, что там не разобрал. И залутаю все, что там не залутал. И тем самым наберу себе еще больше ресурсов. У нас остальные пластины кончились. Закажи мне, пожалуйста, 150. Я все равно... Не, давай хотя бы 75. Или 100 хотя бы. А то у нас остальные пластины... Железо кончится. Оно может пригодиться. Так, в кастрике как дела идут? В кастрике дела идут прекрасно. О-о-о, тут все можно делать. Это почему можно делать? Это мы приготовим потом. Это мы можем сделать, потому что у нас вода есть. Мы можем еще 10 сделать штук. Надо, кстати, скоро охотиться начинать. Тут у нас опять огромное количество слитки, серебряные слитки. Сколько серебряных слиток стоит? 557. Хочу проверить, это выгодно вообще или нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 557. 417. То есть один стоит 41. Причем 417 стоит 10. Ладно, фиг с ним. А, так, это все. Что-то я посмотреть еще хотел, пока не ушел. На что-то алмазы, кстати, есть. Они, кстати, требуются где-нибудь. А, в алмазном лезвии и фигне, которая для демонов, которых нет в игре. Она для них требуется. Так, ладно. А по поводу буров, возможно, мы выставим их. Ну, это ладно, я камни добываю и все поставлю. В общем, ладно, давайте заканчивать на этом, в принципе. Мы с вами уже все, что можно, посмотрели. Все квестики повыполняли. Погоди. А, мы квестик выполнили этот. Да, мы восстановление питания будем с вами выполнять в следующей серии, то бишь сегодня ночью. Когда будет ночь. До этого я пофармлю камень и все остальное. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.